Для того, чтобы приготовить утку, нужно сделать надрезы на утином филе, так жир быстрее растопится. Посолить, поперчить и оставить на несколько минут. На разогретой сковороде быстро обжарить филе и отправить его в духовку минут на 30-40. Теперь можно приготовить рататуй. Смесь из 5 овощей, нарезанных кубиком и обжаренных в оливковом масле. Но прежде нужно вынуть сердцевину лука, оставив внешнее самое крупное кольцо. Оно пригодится при сервировке блюда. Нарезать кубиком баклажан, цукини, перец, лук и помидор. Овощи обжарить в оливковом масле, причем помидор добавить в самом конце. Выложить овощную смесь в кольцо из лука и запечь в духовке в течение 5 минут. Перед подачей посыпать тертым сыром. Для приготовления соуса в сотейник нужно влить облепиховый сок, добавить соль, перец и немного сахара. Недолго выпарить и влить сливки, чтобы смягчить вкус облепихи. На тарелку выложить нарезанное филе утки и рататуй. А в качестве украшения подойдет тимьян.